Это программа «После новостей». Здравствуйте. Итак, НДС с 18 до 20%. И наш гость сегодня – эксперт инвестиционного банка БКС «Премьер» Родион Китаев. Родион Сергеевич, добрый вечер. Вы экономист, и когда вы впервые услышали, будут повышать НДС, ну, в основной ленте прочитали, что вы подумали, как человек, а не как экономист? Конечно, реакция как обывателя, да, как потребителя, она, соответственно, была такая, что рост цен, да, то есть первое, о чем мы, конечно, подумали, рост цен, мы, я думаю, что увидим в ближайшее время. Вот и самое такое основное, что возникло. Плательщиками НДС считаются юрлицы, индивидуальные предприниматели, но мы же все с вами понимаем, особенно вы как специалист, что мы все платим этот НДС, хотя плательщиками формально не считаемся. Как повышение НДС вот на эти небольшие 2% скажется на экономике, рядовых гражданах и инвесторах? Вот про каждого по отдельности. Знаете, вообще по оценке, значит, компании умеренно негативно скажется, конечно, на потребление, на реальном доходе населения, также на инфляции. Ну, ожидаем, что на безработице скажется как бы нейтрально, вот в целом. А что значит умеренно негативно? То есть чуть-чуть плохо? Вы знаете, да, то есть это нельзя сказать, что прямо, да, резко повлияет. Если мы говорили бы о других налогах, да, которые напрямую влияют на, ну, доходность компаний, то, соответственно, там бы, конечно, было бы, ну, по-другому бы оценивали. А здесь мы оцениваем именно вот так, то есть умеренно негативно. То есть это вроде как и неплохо, да, ну, в смысле, нельзя сказать, что прямо конкретно повлияет, да, вот, но влияние будет однозначное. Но учитывая, что в последнее время мы все чаще берем с собой все большую сумму в магазин, то добавление вот к этой инфляции будет еще вот это добавление НДС. Правильно я понимаю или нет? Да, правильно понимаете. Скажется на росте цен, так как вы знаете, да, налог он закладывается в стоимость, соответственно, перекладывается на население. Скорее всего, да, то есть это будет однозначно, что... Ну, а вы также можете оптимистично сказать, что это будет всего лишь 360 рублей в месяц, такой средний по больнице? Нет, или, ну, в зависимости от того, кто что покупает? Я как бы конкретную цифру бы не называл, да, в целом, да, потому что смотря что покупают. Если мы рассматриваем именно, значит, продукцию широкого потребления, да, то есть, соответственно, это одно. Если мы рассматриваем там автомобиль, еще что-то другое, да, то есть, соответственно, будет... Но в любом случае, рост цен мы увидим. Рост цен мы увидим. Наверное, сейчас сложно вообще рассуждать, какой это будет. Может быть, и 1000 придется больше тратить в магазине, не 360. А скажите, повышение НДС, на ваш взгляд, прошло ли бы незамеченным, если это не произошло одновременно с пенсионной реформой? Вот, ну, отдельно не было бы этого скандала и разных рассуждений по поводу пенсионной реформы и ухудшения в этом смысле жизни людей. Просто вот случился бы НДС на 2%. Были ли вокруг него разговоры и такой резонанс? Вы знаете, конечно, повышение пенсионного возраста, оно усиливает. Вот усиливает эту информацию в целом, да, по повышению НДС. Резонанс, он, соответственно, будет. И сейчас он уже идет, этот резонанс. Потому что даже повышение пенсионного возраста, соответственно, также влияет на общий спрос, общий внутренний спрос. Потому что перекладывается вот часть людей, которые получали пенсию, да, которые будут получать пенсию в будущем, то есть они, ну, отсрочка получается у нас. Вот. И влияние общее, то есть, соответственно, оно усиливает резонанс в обществе. Вот. Хорошо. А ради чего это делает правительство? Вот мы слышим и читаем, что объем поступления от введения НДС, ну, в смысле увеличения НДС, будет около 600 миллиардов рублей в год. Это большая сумма? Это мало или много? Ради чего это все делается? 600 миллиардов, конечно, для государства, да, то есть это совсем небольшие, ну, как бы 600 миллиардов, это, конечно, серьезно, да, ну, нельзя сказать, что это прям большие деньги какие-то, да, учитывая тот факт, что, как бы, бюджет у нас так профицитный, в принципе, то этот рост, ну, именно 600 миллиардов,
конечно, как сказал Антон Силуанов, эти деньги пойдут на здравоохранение, на образование и не будут потрачены вот просто так, да, не будут проедены. То есть, соответственно, основная как бы стратегия вообще правительства, да, это инвестировать, рост инвестиций. И мы видим в то, что именно эти деньги пойдут именно на развитие инфраструктуры. Подождите, может быть, я чего-то не понимаю, я совсем не специалист в области НДС, рост инвестиций, да, но при этом, если это будет, на это будут построены там больницы, школы и все остальное, ну, то есть, получается, это же не олигархи инвестируют в строительство этих школ и больниц, это у нас с вами возьмут деньги, которых у нас и так нету, и построят на это школы и больницы, так они и так должны это делать, не собирая с нас еще дополнительно, ну, вот если совсем по-обывательски рассуждать. Нет, ну, конечно, эти деньги, они, соответственно, пойдут на развитие. Но если мы говорим про развитие инфраструктуры, да, соответственно, это также расходы бюджета. Расходы бюджета на развитие, это стимулирует как раз развитие экономики. То есть те расходы, которые понесли бы предприятия, скажем, да, то есть, ну, к примеру, будут переложены на плечи правительства. То есть эти деньги будут именно размещаться в те, так сказать, направления, которые правительство считает более необходимым. Ну хорошо, будем инвестировать тогда в школы и больницы, но никто кроме нас этого не сделает, я так понимаю. А что вы посоветуете людям, если мы не будем говорить о тех, у кого достаточно денег и так вкладывать, они это делают постоянно, тех, у кого зарплата, например, средняя по России, там, 30 тысяч рублей, они, люди так живут от зарплаты до зарплаты, им говорят, и в этой ситуации можно инвестировать. Так правда, можно или нет? Действительно, как это сделать? Знаете, вот компания БКС Премьер, она предоставляет возможность инвестирования с любой суммы. Если мы как бы компания... Даже с тысячи рублей? Да, конечно. Можно прийти к вам и вложить тысячу? Тысячу. Ну, к вам, не к вам, в любое место. Да. То есть компания БКС Премьер, она в первую очередь рассматривает персональный финансовый план. Для каждого индивидуально. То есть и есть возможность, да, если даже вы получаете зарплату 30 тысяч, да, то есть инвестировать ту же самую тысячу, если ежемесячно просто откладывать эту тысячу, да, инвестировать на фондовом рынке, то за год это уже 12 тысяч. То есть если использовать еще механизмы, которые, ну, компания БКС Премьер предоставляет, то возможности для заработка существенные. Так, может, я лучше пойду на развлечения потрачу это 1000 рублей, чем вложу и получу 12 тысяч. Есть ли в этом смысл глобальный вкладывать даже такие минимальные деньги? Вы знаете, вот я хочу сказать просто, что в России вот именно уровень финансовой грамотности пока достаточно низкий. Вот. И эти инструменты используют не так существенно, скажем, как на Западе. Да? То есть на Западе, там, если брать Америку, то там, соответственно, больше 80% населения обычных инвестируют. Людей. Обычные с люди. С обычными, да, зарплатами. С обычными зарплатами, да, инвестируют. А если мы рассматриваем Россию, то тут не более 3% населения инвестируют именно в биржевые рынки. В основном используют классические методы, да, это депозиты, которые сейчас постепенно снижаются, проценты по депозитам. А фондовый рынок предоставляет возможности гораздо выше. Ну, вы же понимаете, что больше. Это просто страшно. Да. Даже несчастную тысячу, которая в год, вы говорите, 12 тысяч, и их потерять достаточно страшно. Знаете, вот сейчас государство предоставляет возможности для инвестирования. Есть у нас льготное инвестирование. Можно открыть брокерский счет, обособленный счет такой, на котором действует режим вот налогового вычета, да, инвестиционного налогового вычета. Если вы инвестируете сумму до 400 тысяч в год, неважно, там 1000, да, там, или 400 тысяч в год, то по итогу года вы можете вернуть с этих денег 13%. При условии, что вы там получаете зарплату, да, 13% вы можете вернуть. Это один из вариантов, да, который вы можете использовать. Если вы, значит, торгуете на инвестиционном индивидуальном счете, тогда вы можете получить с прибыли, то есть не выплачивать с прибыли эти самые 13%. Вот. Главное, что правительство стимулирует граждан
для инвестирования именно на биржевых рынках. Ну, я думаю, правительство стимулирует граждан для того, чтобы как-то пытаться выжить и крутиться. Но я понимаю, что либо эта тысяча как-то пропадет, да, либо с ней можно что-то сделать, но в любых ситуациях можно думать о том, что сделать со своими накоплениями, даже такими маленькими. Да, то есть и стоит просто оценить вообще, да, то есть ваш бюджет в целом, семейный бюджет, вот, и пробовать с малого, да, то есть для того, чтобы вообще в целом понять, что такое, да, биржевой рынок, то есть, соответственно, нужно учиться. Нужно просто начать. Спасибо просто огромное, начать. Да. Спасибо огромное, что пришли на эфир, отвечали на наши вопросы. Это спасибо. Была программа «После новостей». До встречи в эфире завтра.